где я? Что это было? Зря мы вообще сюда приехали. Это все ботаник виноват. Затащил нас хер знает куда. Хе-хе, слышь, гремлин в очках, ты че нас подтянул на смертушку? Ребят, что происходит? Ни хера не помню. Заперты мы в одной квартире с маньяком. Сексуальным? На сексуальный контакт не идет. Я проверял. Че он такой страшный? Нас же много, давайте все вместе и пиздюлей ему дадим. Не знаю, как вы, но из комнаты я не выйду. Вот бы кто-нибудь в меня вошел. Так, сейчас выйду и посмотрю, кто там хоть. Если тебя убивать будут, кричи. Мы дверь сильнее запрем. Знаете, я что-то передумал. Все, я ему сейчас засандалю по полной. Вот бы мне кто-то засандалил. С Богом. Считай, пропал. Знаете, мне кажется, знакомой эта ситуация, в которую мы попали. Я ему так дал. Ой, я это, немного полежу. Так ему, походу, пиздец. Так вот, есть фильм «Дизлайк». Там самых крутых блогеров поместили в коттедж под какую-то рекламную акцию. Но их обманули, на самом деле там кровавая викторина, в которой звучит только один вопрос. Кто заказал убийство? А мы-то тут при чем? Слышь, усатый, иди, обогрею. Это пошло на всю нахуй! Походу мне пиздец. И что теперь делать? Я, блядь, жрать хочу. Давай гопника сожрем. Ему сейчас похуй. Но сначала я его выебу. Мать честная, а?